Территориальное общественное самоуправление, или сокращенно ТОС, это одна из форм эффективного партнерства власти и населения. Практически семинар, прошедший в Болхове, это логическое продолжение ТОСовского призыва 2015, говорят организаторы. Именно тогда стали поступать запросы от наших слушателей, которые обучались современным информационным технологиям, о некой возможности расширить область знаний, и стали поступать вопросы из области ЖКХ, области территориального общественного самоуправления. Именно в 2014 году была сформирована заявка, в 2015 году ТОСовский призыв как пилотный проект был реализован на территории Орловской области. Цель такого проекта – обмен практикой между гражданскими активистами. Той практикой, которая доказала свою эффективность и проверена в сфере ЖКХ и управления многоквартирными домами. За ответами на тревожащие вопросы приехали домовые активисты как из Орла, так и из Болхова. Зачастую они берут ответственность не только за свой дом, но и за всю улицу, на которой живут. Мы делились опытами, перенимали опыт в других городах, как у них действует. Какие у них проблемы есть, какие наши проблемы, как мы их решали, как им помогали, как они нам что-то подсказали, помогли. Вот это мы обсуждаем на семинаре. Проект реализуется на средства президентского гранта. В том году прошло 4 подобных мероприятия. В 2016-м планируется повторить удачный опыт 2015-го. Мы заинтересованы в том, чтобы общественные организации тоже проявляли инициативу. Правительство Орловской области активно поддерживает такие инициативы, в том числе через механизм грантовой поддержки. И вот один из проектов, который поддерживается губернатором Орловской области и правительством Орловской области, это вот данный проект «Правозащитный центр домохозяин». Перед семинаром участники проекта и местные жители почтили память погибших воинов. Митинг, посвященный 75-летию начала Великой Отечественной войны, прошел на офицерском кладбище Болхова. Анна Маричева, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной».